Три случая заражения привозные. Семья отдыхала в Крыму и Краснодарском крае. После возвращения у одного человека проявились симптомы. Они, кстати, очень схожи с банальным гриппом. Лабораторным путем поставили диагноз всем троим. Четвертый случай местного происхождения. Отдыхал, будучи в отпуске у своих родителей в Беловском районе. Ходил на рыбалку. Его там кусали комары. В это время на этом водоеме, где он рыбачил, было много водоплавающей птицы, и, скорее всего, заболевание, так как через укус комара, передалось человеку. Специалисты советуют не пренебрегать средствами защиты во время лесных прогулок, а в случае повышения температуры и ощущения слабости немедленно обращаться к врачу.